Ирина Салтыкова готовится вернуться в шоу-бизнес с новым клипом. Популярная певица 90-х годов предстала перед поклонниками в своем новом имидже, чем удивила их. Для певицы был разработан совершенно новый образ и снят новый клип. Все происходящие перемены в жизни Ирины Салтыковой взял на себя певец Алишер. И хотя Ирине почти 50 лет, ей в этом клипе можно дать максимум 30. Песню к клипу для Салтыковой написала ее дочь Алиса, которая на данный момент проживает в Лондоне. Там девушка закончила музыкальную академию, и она тоже поет. Дочка хочет, чтобы мама вернулась в творческую деятельность в новом образе и с новыми силами. Вскоре можно будет увидеть красивый и нежный клип о любви. Да не в исполнении Ирины Салтыковой 90-х, а абсолютно новой певицы с британским голосом. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!